Всем привет! Сегодня будет довольно нестандартное видео для моего канала, а именно обзор. Да. Да, сегодня у нас будет обзор на Лего Гарри Поттер. Вот. Тут есть. Это набор букля, да. Это мой самый первый набор по Лего Гарри Поттер. Тут, естественно, надпись Лего Гарри Поттер. Ну, естественно, персонажи из этой вселенной. Да, это огромная букля. Этот набор не для игры. В нем есть, конечно, игровые функции, но... Он не для игры, он чтобы красоваться где-нибудь. У меня на подоконнике. Да, я не очень. У меня не так много полок. Кстати, нам еще тут всякие фигурочки. Блин, текст размытый. Ну, короче, тут написано Гарри Поттер. Ну да, как же без него, это же... И... Ну и сама букля. Да, как если вы заметили, тут написано Хедвиг. Дело в том, что Хедвиг – это завитушка, а она, скажем так, завитушеч. Ну, короче, у нее есть шерсть, которая на завитушке похожа. Да, вот так. И букли – это тоже завитушки. Короче, они могли вообще не ложить сюда буклю маленькую, Гарри Поттера тоже. Но приятно все-таки. Перейдем в набор. Видите, тут все функции, да. Ей можно купить голову. Да, она примерно вот столько сантиметров и занимает. Да. Вот тут, естественно, показывают то, что она может махать крыльями. А вот здесь, ну, естественно, Гарри Поттер со своей собой. И будьте готовы узреть то, что должны вы узреть. Сейчас будет эта букля или уже не на коробке, а в реальности. Та-дам! Вот такая вот она большая на самом деле. Вот у нее тут пушки двигаются. Круто на самом деле. У нее голова двигается. Да, из-за моей руки тут нифига не видно. Еще, кстати, смотрите, как нужно сделать, чтобы она подняла крылья. Вот. Видите этот рычажок? Да, я нажимаю на этот рычажок, и она поднимает крылья. Вот так вот. Она еще держит письмо из Хогвартса. Это, кстати, наклейки, а не принты. Это, ну, как от точки, где она несет. На самом деле она летит. Вот тут надпись Эдрик, букля, то есть. И тут такая подставка. Как я сказал, предназначен этот набор не для игры. Если вам вся наборка для Гарри Поттер не предназначена для игры. Она предназначена для такого коллекционирования, как я сказал, где-нибудь на полочке. Мне очень нравится этот набор. А еще сейчас обозреем мини-фигурки. Она самая такая большая, детализированная. У нее тут пушки есть. Вот это, конечно, вот эти вот детальки, конечно, портят вид, но они такие заметные. А подставка, если вы еще можете заметить, там такие вот цвета. Красный и желтый. Вот сейчас я ее покажу с видом сверху. Вот. Окей, ладно, перейдем к мини-фигуркам. Блин. Ладно, сейчас покажу вам обе мини-фигурки. Вот так. Окей. У них есть... Да какого черта? Короче,
еще есть здесь вот такая вот подставочка. Очень, кстати, необычная. Блин. Ладно. Почему у меня не получается так в обзоре? Ладно. Ладно, ладно. Вот Гарри Поттер. У него есть парочка, естественно. Он, скажем так, еще маленький, не подросток. У него есть тут значок Гриффиндора. Если я что-то путаю, напишите в комментах. Шарфик и перчатки. Я сначала думал, что это как-то лего обыковались. Но посмотрите на упаковку. У него тут тоже голубые перчатки. У него есть лицо с очками. Есть также еще напуганное лицо. И шрам, который известен всем из Гарри Поттера. А также букля. Ну, одна деталь. Алло, фокус. Ну, короче, вот такая вот букля. Да, у нее тут есть пушки. И это в целом одна деталь. Да. Вот так вот. Ну, в целом, всем пока. До свидания.